On behalf of the Embassy of India in Russia and the Jawaharlal Nehru Cultural Center, as the director of the Cultural Center, I extend a very, very warm welcome to all of you. The idea of interaction between Russia and the countries of the East in the common cultural space of Eurasia is very relevant to me. Очень рада приветствовать вас от имени посольства имени нашего культурного центра. Сотрудничество между Россией, Востоком и Индией сейчас довольно редко случается, поэтому это мероприятие очень радует. India and Russia have shared great warm relationship for many, many decades. Two major Indian universities, the Delhi University and the Bharat University, are involved in the organization of this conference. And one of the sections of the conference will be held in India, in Kulu, at the International Rorik Memorial Trust. Russian culture is also resounding in India. Tolstoy's ideas inspired our great Mahatma Gandhi. Российская культура также звучит и в Индии, и многие произведения были вдохновлены именно российской культурой. This event being a part of our family, as we have considered the Roriks a part of the Indian family, being our son-in-law, I'd like to wish a very, very fruitful, wonderful discussions and a grand success to this event from the Embassy of India. Namaskar. Рерихи действительно стали по праву членами нашей семьи, семьи Большой Индии. И вот наше имя, я от имени нашего посольства, от нашего имени, я желаю этой конференции успешной благотворительной работы. Действительно, у нас есть замечательное издание электронное, которое, собственно говоря, журнал «Электронное искусство Евразии», один из номеров в этом году, который полностью был посвящен Индии и вот замечательным, знаменательным юбилейным датам. Поэтому действительно есть очень много форм сотрудничества, мы будем рады. И вот в этом свете я хотела бы предоставить слово нашему другу, партнеру Мустафе Алимбеги для приветствия. Скажите несколько слов, пожалуйста. Hello everybody. I'm very happy to join the cooperation with this conference. As you know, my name is Mustafa Alibeki. I'm a member of the Russian Academy of Art and chairman of the Embassy of India in Iran. Здравствуйте, дамы и господа. Я очень рад участвовать в этом мероприятии. Меня зовут Мустафа Алибеки. Я являюсь членом Российской Академии Искусств и делегатом Университета Бахрейна Индии. I don't want to take your time because I have a paper I presented in a conference, but I want to say a special thank you to the Iranian Embassy, Dr. Mohammed. Сейчас я много времени отнимать не буду, потому что у меня еще будет целая презентация, но сначала хотел бы поблагодарить посольство Ирана за то, что меня пригласили. And let me say a special thanks to three persons that we are starting operation from 4 years ago, when Dr. Olga Lavrenova went to Iran. I think they are best professor and great researcher in Russia. Вначале хотелось бы поблагодарить трех человек. Во-первых, это Ольга Анатольевна, которая приехала в Иран и благодаря. Это коробочка сделана вручную в Иране, называется.